В Ивановской мэрии презентовали новый интернет-портал «Иваново.РФ». Это информационный ресурс о городе, ориентированный как на жителей областного центра, так и на гостей текстильной столицы. На портале мы сделали в том числе раздел туристам, куда смогли разместить информацию о том, что у нас есть интересного в нашем городе, какие туроператоры с ними могут поработать и где они могут приобрести для себя интересные путевки. И если они находятся в городе самостоятельно, куда они могут сходить и посмотреть какие-то интересные выставки, какие-то интересные концерты, спектакли. Цель портала, по мнению организаторов, не просто освещать городскую жизнь, но и получать обратную связь от жителей. Здесь можно сообщить о той или иной проблеме, например, в сфере ЖКХ или благоустройства, задать вопрос, предложить тему для соцопроса. Тестирование портала закончилось, но его еще будут дорабатывать. Так, например, выяснилось, что пока есть трудности с авторизацией на ресурсе через мобильный телефон. Мы по городу, к сожалению, ходим без компьютеров, без ноутбуков, да. Соответственно, когда мы видим какую-то проблему, там, неважно, это там нам автобус помахал грязным колесом или там увидели мы упавший знак там, или там, мусорку, нам нужно прямо здесь и сейчас сообщить об этой проблеме. Пока это вот мы не увидели, что это работает, но, наверное, это рано или поздно исправят. От идеи создания портала до воплощения прошло больше года. Городскую мэрию он обошелся в 500 тысяч рублей. Одним из достоинств ресурса является наличие интерактивной карты, на которой можно посмотреть, на какой стадии находится решение того или иного вопроса, адресованного властям. В мэрию уверяют, что первый отклик на то или иное обращение, оставленное на портале, жители города получат уже в течение 2 дней. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.